ребята, сегодня, значит, решил продегустировать такое пиво Афанасий, крафтовое пиво светлое, частная пивоварня. Да. Так, в такой, значит, бутылке с бугельной пробкой, бугельной, наверное, да. Что-то написано у нас. Мы трудимся 2 года над писанием и технологией, над писанием. Это что-то религиозное. И технологии, и теперь рады предоставить вам новое, наше крафтовое, в ограниченной серии крафтовое писание. Ладно, состав читаем. Шрифт здесь сделан. Вот у меня зрение 1, ну, в принципе, среднестатистическое хорошее зрение, да. Вот как здесь смотреть, я вот даже не знаю. Я вот читаю состав: вода питьевая. Состав: питьевая вода, солод пивовара, ячменный, светлый хмель, хмелепродукты, пищевая ценность 100 грамм пива. Среднее значение углеводов 3,7%, значит, процентов, энергетическая ценность, калорийность. Я даже не знаю, что делать здесь, вот, чтобы прочитать этот шрифт. В общем, не буду я читать. Этот шрифт здесь, вот на этой бутылке написан. Этот, я даже не знаю, для кого он написан. Я не знаю. Там что-то видно? Вот. Оператор тут навел, что там видно. Вот, почитайте сами. Человеческому глазу очень сложно вот это вот прочитать. Вот эти черные буквы на каком-то желтизном фоне. Ладно, бугельную пробку открываем. Как она открывается, эта бугельная пробка? Вот так, в принципе, она открывается. Да. Ну, пахнет каким-то уксусом. Вот честное слово, пахнет каким-то уксусом. Ладно, сейчас попробуем. Ну, что характерно, эту бутылку потом можно использовать для каких-нибудь напитков, для квасов, для каких-нибудь брак. Вот здорово. Да, чем таким пахнет. Я бы даже сказал, 99-м годом. Сколько, кстати, на процентов алкоголя? 4,5% алкоголя, да, это крафт. На пиво это совершенно не похоже, не пойми чего. Это что-то вот зерновое такое вот. Да, не знаю, как это называть-то. Пшеничное вот это какое-нибудь пиво. Вот что-то такое. Какой-то Ойетингер.